С ростом популярности авиации в мире и увеличением общего количества самолетов, иногда встает вопрос перегруженности воздушного пространства. Но с пробками на земле все просто и понятно, а вот воздушные пробки – это совсем другая история. Один из приемов, применяемых диспетчерами для решения проблем трафика на прибытие или посадку – это зона ожидания. Зона ожидания – это траектория полета самолета по кругу или овалу над аэронавигационной точкой в ожидании разрешения на посадку. Зона ожидания выполняется на одной высоте или со снижением или набором, с четким соблюдением правил эшелонирования. Зона может быть с левым разворотом относительно точки или с правым. Также можно задать время до разворотов, обычно от 1.5 до 3 минут. Этот прием успешно применяется для выработки топлива на тех типах самолетов, которые не имеют функции аварийного сброса в случае необходимости срочной посадки. Таким образом, поставив некоторые самолеты на паузу, диспетчерам удается избежать опасных сближений в районе аэропортов.